почему мы не Иванова, не Петрова, не Сидорова, почему Арнгольц, почему такая сложная фамилия. Некоторые в детском саду, я помню, воспитатели вообще не думали о том, как пишется фамилия. Они всегда ее писали неправильно. Девочки, вы сестренки, а вы близняшки или двойняшки, а как вас зовут, а какая у вас разница. И вот это вот нас сопровождало всю жизнь. В детстве были больше похожи, сейчас, мне кажется, меньше похожи. Может быть, вообще не похожи. Когда ей плохо, мне тоже плохо. Когда мне плохо, она чувствует точно так же. Ближе нее, честнее и порядочнее ее, я имею в виду, что она никогда не предаст. Мы не артистки, мы прежде всего сестры. Мы с ней 35 и 9 месяцев вместе, почти 36 лет. Мама, конечно, страшно переживала и переживает до сих пор. А если вот у кого-то не складывается совсем из пары, это что, такая трагедия? Мамочка, не надо, не переживай, у нас все хорошо. Мы рядом, мы вместе. Хотела бы я родить близнецов или нет? Вот, ну, наверное, не знаю, наверное, скорее, может быть, даже нет. Где-то, наверное, лет в 12 мы вдруг заболели с ней спортом. Ходили на стадионы, читали спортивные всякие журналы. Нам было так интересно. И мы думали в какой-то момент, что пойдем в журналистику. Вот. Но потом как-то раздумали в связи с тем, что появился театр. С момента приезда в Москву нам было проще, чем всем остальным, потому что мы уже были вместе, мы уже были команда. Вместе мы абсолютная сила с ней. Сейчас вообще поколение, у меня дочка подрастает. Мама моя как-то правильно сказала, говорит, Тань, вот в наше время было сложно, потому что не было ничего. В ваше время сложно воспитывать детей, потому что есть все. Они все почти ходят в очках, потому что это все равно так. Если я могу человеку позвонить по телефону, поговорить, услышать голос, почему я должна писать бесконечно вот эти вот строчки? Соцсети, соцсети и соцсети. Какие операции ты делала себе на лицо? Я говорю, я никаких еще пока не делала. Не, ну что-то-то, вот мне 31, как бы, ну вот я понимаю, что мне... А тебе 35 же уже. Я говорю, ну и что? Колет там что-то себя. Мне так страшно. Я просто так от трусих. Я фобичная женщина страшная. Я всего боюсь. Потому что мне кажется, именно у меня где-то что-то защемит, какой-нибудь нерв перекусит. А что, я выгляжу устала? Нет, такая эмоциональная какая-то больше есть усталость. Стараюсь всегда людям дать автограф и всегда сфотографироваться. Для меня это не проблема. Но бывают моменты, когда, ну вот... Потому что мы живые люди. Иногда мне люди говорят, ой, ты социопат. Я вообще не люблю себя хвалить, там, раз как кому я что помогаю. Но я просто к тому, что я стараюсь это делать вот конкретно. Помогите вот, кто вот рядом, соседу, да, купите хлеба, если он старый и не может выйти себе там, он, ну, купите, принесите. Нет, я, безусловно, не все сыграла. И я больше даже могу сказать, что это, ну, могу отнести к театру. И ввиду своей ответственности я не могу, например, прийти сейчас в какой-то театр и сказать, я очень хочу у вас работать, но я занята до следующего года. Мне скажут, Танечка, ну найдите такой театр. Это стационарный театр, извините. Мне не нравится категорически то, что сейчас предлагают в антрепризе, потому что это все, ну, чисто такое порно, с которым мне не хочется выходить к зрителю. Но Бог его знает, может, конечно, в моей жизни тоже придет период, когда мне придется просто зарабатывать деньги на жизнь, и я пойду участвовать и в спектакле «Продавец резинок». Может быть, я не знаю. Никогда не говори никогда. Но все бывает. Но очень бы не хотелось. Первая любовь Тургенева. Но сейчас никому это не интересно, к сожалению. Все что-то пишут. Хотя все давно написано. Я не смогу жить ни в какой другой стране. Я всегда с огромным счастьем возвращаюсь домой, в Москву. Ну, просто Москва сейчас уже родной мой город стал, потому что я здесь почти 18 лет. О, нет, я плохо считаю, с какого? С 99-го года это сколько получается? 18 лет. Я верю в то, что можно найти человека, с которым ты проживешь потом долгие-долгие годы. Но надо не забывать, что это еще огромная работа. И одно из самых сложных вещей, качеств, это научиться слышать друг друга. Бывает, там нелегко что-то сформулировать, а бывает, ты не можешь это сформулировать. Но нужно все равно говорить, хоть набором слов, хоть как-то. Мне 35, я не знаю. Мне пофигу вообще. Буду одна, я останусь вот матерью-одиночкой. Что, сброшенка, разведенка? О, страшно. Зачем? Придет время, придет, не придет, не придет. Значит. Бабушка всегда говорила, все проходит, и это пройдет. Если закрывается одна дверь, значит, откроется другая дверь. Если кому-то ты говоришь пока, значит, кто-то скоро скажет привет. Как-то я не буду плакать. Я живой человек. Нет, я буду плакать. Можешь же плакать от счастья. Бабушка вот была оптимистка. Курила папироски, выпивала хорошо, в хороших компаниях, истории, вкусно готовила, вырастила достойного сына, нашего папу, настоящего мужика,
лучшего отца на земле. Желать честно, при всем том, что жизнь была непростая, говорит, не поменяла бы ни единого дня, ни единого.